Я вас всех приветствую. С вами Татьяна Букреева. На реке Чусовой. Сегодня вышли на пленэр. Написали вот такой сюжет. Речку. Освещение уже поменялось, поэтому не все детали сделаны, которые хотелось. Но все-таки уловила настроение, уловила лето, уловила вот этот характер реки. Вот. Желаю всем тоже выходить на пленэр. На самом деле пленэры, они очень полезны для художника. Неважно, давно вы пишете или только начинающий художник. Да? То есть это каждый раз, это каждый новый опыт. Как вы видите цвет, как вы располагаете массы на холсте. Да? То есть вот у меня взято через вот такие оттенки. Я сегодня увидела какие-то сиренево-фиолетовые оттенки в воде. Цвет воды, сразу говорю, поменялся, появились облака, приплыли, да, то есть когда я начинала, облаков таких нет, естественно, это все появилось, вон у меня буквально чуть-чуть было облаков. Это, конечно, все появилось и в воде, но тот момент, когда я начинала писать, небо было более чистое и вот солнечное такое. Вот. Смотрите, насколько разная зелень дальнего плана, ближнего плана, цвет травы, цвет кустов, да, то есть на траву солнышко падает, она более светлая, это можно увидеть и на натуре, так скажем, да, то есть трава, которая ближнего плана, она более теплая, чем та трава, которая вот там где-то далеко-далеко, ну сейчас небо, облака прибежали, поэтому не так сильно видно. Вот. Деревья на дальнем плане тоже более холодные, более такие приглушенные, а на ближнем плане они уже более теплые, более контрастные, более яркие. Вот тут к нам подошли зрители, их тоже много. Поэтому вот такой вот сюжет получился. Но вообще я приглашаю всех на наш открытый онлайн-вебинар, который будет 17 июня. Мы будем писать розу по фотографии. Да, буду тоже рассказывать, показывать, как подобрать цвет, как сделать, намешать цвет зелени. Поэтому те, кто занимаются живописью, те, кто обучаются, развиваются, да, я вас всех приглашаю. Приглашаю на онлайн-вебинар. Он будет в открытом доступе. Будем писать розу. Ссылочка у меня есть. И приглашение есть, да. И, конечно, всем очень рекомендую выходить на пленэры. Хотя, вы знаете, если, например, вы вышли первый, второй, десятый раз, я вам могу сказать, что явно будет ощущение, что вы чего-то не дотянули, что-то у вас не получилось. Сейчас я к вам переключусь. Где мы? Явно будет ощущение, что у вас на холсте получилось не так красиво, не так живописно, как видят глаза. Да? На самом деле это нормальное состояние. Все время рассказывала, они рыбаки идут, так классно. Мальчишки-рыбаки. На самом деле все время рассказывают такую историю, когда мы выезжаем на пленэр с художниками, которые уже такие, знаете, маститые художники. И один художник как-то поделился своими эмоциями, своими впечатлениями. Он говорит, каждый раз выхожу на пленэр, такое чувство, что я как первоклассник, я ничего не знаю, я ничего не понимаю, не знаю, каким цветом намешать. Я говорю, ты давно пишешь? Он говорит, ну вообще с детства, а ему уже за 50. Вообще, говорит, с детства пишу, учился в художке, закончил архитектурный, работал оформителем, оформлял, расписывал мечети в Дубае, по-моему, или арабский, ну, где-то, в общем, там далеко, вот. И имея такой опыт, ну, и каждый год, конечно, он пишет на пленэрах везде, и имея такой богатый опыт, он все равно, выходя на пленэр, он первый момент чувствует себя первоклассником. Поэтому я знаю, что многие художники иногда недовольны своим результатом. Даже если смотришь на картину, да, зрители говорят, ну, как красиво. А вот у художника есть какая-то вот нотка, которую вот он не дотянул, да, и кажется, ну, вот нет, все равно не то, что я вижу. Поэтому я вам хочу сказать, что все равно ходите, пишите, творите, да, на пленэр. Даже если вам кажется, что у вас не получается, все равно делайте. Вы растете семимильными шагами именно на пленэре. Добрый вечер, Ирина.
То есть растете именно на пленерах, на, когда вы ставите натуру, там, натюрморты какие-то, да, когда вы ходите на пленер. То есть вот это вот понимание, какого цвета взять зелень, какого цвета небо, да. Давайте я сейчас переключусь, буду показывать. Вот, например, небо у горизонта, ну, вот сейчас облаками затянуто, да, но оно было более такое бирюзовое. Вот я его взяла немножко посветлее. Небо в зените, оно более синее такое. Уже к ультрамарину переходит. То есть когда вы видите это вживую, вы уже потом и по фотографии будете писать совершенно по-другому. Небо в воде, оно немножко более темное, да, нежели там то, что сверху. В картине нужно обязательно найти камертон, самое светлое пятно. Вот когда я начинала писать, да, это у меня вот этот кусочек неба был как раз такого очень светлого оттеночка. Найти самое темное место, да, то есть оно у нас где-то вот здесь, вот в соснах. Но опять же, сейчас все изменилось, когда я начинала, там был очень яркий такой контрастный темный цвет. Сейчас он уже светом залит. Ирина, смотрите, по поводу тонов, как смотреть тона, хороший вопрос на самом деле. Вы, вот если касаясь пейзажа, вы возьмите какую-то фокусную точку, на что у вас будет главным именно в вашей работе, да, то есть, ну, например, вот куст какой-то на переднем плане, или вот я вот взяла, например, вот этот. И не переводя взгляда, так, где он у меня, вот, у меня их тут два, но я взяла как один, да, чтобы, потому что уже свет поменялся. Не переводя взгляда от этого зеленого куста, пытаетесь проанализировать, а какого же цвета вот эта масса зелени. И когда вы будете так смотреть, вы поймете, что она такая, знаете, зеленовато-голубенькая какая-то. То есть даже с серыми какими-то, с голубыми, вот я ее вот таким вот образом взяла. Но если переводить взгляд на эту зелень, я понимаю, что она зеленая. То есть мозг мне подсказывает, что она же зеленая. Вот. А если, то есть вот вам нужно найти ту точку, что у вас будет главное, да, там куст на переднем плане какой-то, и сравнивать все относительно вот этого, например, куста. Какого цвета трава перед кустом, какого цвета за кустом, да, то есть я когда начала писать вот этот куст, я поняла, что у меня дальняя трава, которая за кустом, она намного светлее, чем я ее взяла изначально. И мне пришлось сначала высветлить траву, ой, ветер подул, высветлить траву, прежде чем взять вот этот куст, да, то есть он у меня должен был быть ярче. Дальше, когда я смотрю, сравниваю, например, вот эту вот поляну и вот эту поляну, здесь, так как дует ветер, но именно в данной ситуации, трава постоянно, ну, как бы склоняется, и у нее какая-то серебристость появляется. А там этого не видно, и она более теплая. Все время идет сравнение, да, что светлее, что темнее, что теплее, что холоднее. И только на сравнении вы поймете и уловите. И вот это вот самое важное, наверное, важный результат для вашего пленера. То есть вы, сравнивая все время зелень дальнего плана, ближнего плана, кустов внутри, кустов поверх, да, травы, кустов рядом с этими кустиками, да, там еще какие-то холмики. То есть вот так постоянно сравнивая, только таким образом можно понять, что вы видите и как это все передать на холст. А вообще, еще раз говорю, фиксируйте взгляд на какой-то точке и не переводя от нее, но это может быть не обязательно какой-то куст, да, может быть ближе, видите, как меняется, и не переводя взгляда, вот это самое важное, пытаетесь понять, а что же вы видите вдалеке. Тогда у вас будет то, что должно появиться. Хотя, еще раз говорю, часто такое бывает, что вроде все писал, все соблюдал, все анализировал, а результат не тот. Конечно, на самом деле выхватить на вот это ограниченное пространство холста все вот это многообразие, которое видят глаза, птицы поют, уши наслаждаются, ветер дует, да, тут все время все меняется. Конечно, сравнивая с этим, понимаешь, боже ж ты мой, как убого я тут попыталась изобразить то, что видят глаза. Но зная, что это со многими художниками так происходит, и каждый новый выход на пленэр – это дополнительный опыт, я думаю, что это будет намного полезнее, чем вы просто будете бояться. Спасибо, Елена!
Спасибо большое, очень приятно слышать ваш голос. Я очень рада всем, кто присоединился. Приглашаю еще раз на наш открытый онлайн-вебинар, который будет 17 июня в 19:00 по Москве. Мы будем писать по фотографии розу. Будем писать розу. Какая у меня замечательная повышенная лохматость. Будем писать розу, поэтому присоединяйтесь, да, это тоже практика, то есть, когда вы уже знаете, как намешать определенный цвет, проще на пленэр выйти и уже ухватить его, поймать, да, а так только практика, практика, еще раз практика. Я вспоминаю свои первые пленэрные работы, когда я, не знаю, сколько лет, наверное, лет 10 назад выезжала, я познакомилась с художником, и он пригласил меня на пленэр на двухнедельный в палатке. Это было так здорово, и вот за 2 недели я написала около 30 картин. И такая счастливая была, знаете, прям там художники, там палатки, костер, гитара, все так здорово. Каждый там, знаете, встаешь в 4 утра, в 3 утра, днем пишешь, вечером. То есть я написала около 30 работ за эти 2 недели и приехала домой, привезла все эти картины, там мне они так нравились, выставила их, знаете, на диван вот так вот в рядочек. Я думаю, о господи, это что за зелень сплошная? Теперь я стараюсь брать, во-первых, сюжеты такие, где есть интересный цвет, например, вода, в которой отражается небо. Сразу можно увидеть какие-то сиреневые, розовые оттенки. Они всегда оживляют зеленый пейзаж. Да? То есть летом вообще достаточно сложно вот в этой зелени не запутаться. Берите вот такие сюжеты, где есть поляна, где есть дальний лес, ближний лес, кусты на переднем плане, вода, небо, облака. Да? Оно все обогащает картину. Если вы еще начинаете анализировать, какой же цвет. Вот я, глядя на воду, понимала, что там какой-то розовато-фиолетоватый коричневым уклоном цвет воды. Поэтому, ну, это все практика, это все со временем приходит, да, вы за зиму, например, пишете на вебинарах, тренируетесь намешивать, да, потом вышли, и уже с каждым годом все интереснее будет, все лучше. Главное не останавливаться на достигнутом результате, а двигаться семимильными шагами. А пленэр, он помогает в этом движении. Поэтому мы тут все это дело записали. Так что в ближайшее время подготовим целую серию пленэрных работ. Следите за новостями, будет интересно. Ну что, пошла я убирать краски. А то ветер-то дует, чтобы не сдуло меня с красками. Все, всем хорошего настроения. Присоединяйтесь 17 июня на открытый вебинар. И творческих всем успехов. Выходите, творите, пишите. Практика и только практика. Пока-пока. С вами была Татьяна Букреева. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Я буду рада. Пока-пока.